Ребятушки, день еще не закончился. Он меня привез. Сейчас я вам сначала покажу, что рядом тут. Дома странные, да? И вот смотрите, вот как интересно. Вот очередной мост снимаем. Посмотрите, во-первых, он, посмотрите, какой волнистый, да? Вот. И это мы уже третий такой мост проехали, что он обязательно должен быть тоненький. На нем абсолютно невозможно проехать на машине. Вот. Все арочное, да? Но всегда часто это бывает, что именно вот эти... Я уже там тогда вам видео делала, когда вот мы неделю назад делали мосты, что вот всегда вот какие-то такие странные строения именно около этого моста, да? Ну, посмотрите, ну что, не странные ли эти строения? Во мне так очень странные. Давайте я здесь еще покажу вам пороги. Посмотрите, как делится стена. Посмотрите, какие здесь валуны. Посмотрите, какие вибрационные линии. Посмотрите, посмотрите. Посмотрите. А? Посмотрите. Посмотрите. Вот, посмотрите, как делится стена. Посмотрите. Видите? Вот, ну там идет стена дальше, там еще один мост арочный, просто мы уже спустились вниз. Посмотрите, какие блоки здесь, кстати. Видите? Видите, здесь стены, кстати. Здесь, кстати. Все делится. Я просто показываю вам, он не понимает, почему я стою, не иду, но я вам показываю то, что вам точно не будут показывать, там, если, например, ну вдруг кто-то там вас заинтересует, вот приедет сюда снова, покажет турист какой-нибудь, да? Но этого вам не покажут вот именно вот эти делящиеся стены. Смотрите, смотрите, вот. Смотрите, какие вибрации, смотрите. Блин, начинается. Ну, когда, короче, вниз опускаешь, он не хочет где-то. Компаны. Вот видите, но мост вообще шикардосный. Шикардосный, конечно, лучше, наверное, его снимать при свете дня, но судя чем только форса мэльо ванду часо либо. Кстати, я здесь тоже. Посмотрите, как стена и гора, посмотрите, как вместе, да? Че ж не построили-то? Если построили рядом вот такую стену, да, и три, даже 10 стен. 10 стен. Че ж не эту гору-то не убрали, да? Не убрали, вот, не убрали. А посмотрите, что здесь. Какой разлом, да? Ой-ой-ой-ой, вообще. Там такая дорожка, да, и вот тут просто офигеть. Ну тут все строится, да? Все строится, короче, офигеть. Ой, я не буду снимать. А смотрите, смотрите, смотрите. Еще на этой. Видите? Дырочки у нас в правом боку. В правом боку? Нет, в левом боку. Сейчас для мамы сделаю. Смотрите, какой блок. И тоже все, видите, такой с вибрационными линиями. Здесь сара буйо, буйо сара. Ну, потемнеет. Видите, тоненький. Такая прелесть. Questo come il paese si chiama? Come l'ha scritto? Как? Помпозе? Посмотрите, вот просто посмотрите, какой, да? Вот если здесь снег, вот уже снег выпал, да? То мы сейчас покатимся с ним. Я обувь-то поменяла. Ой, ну какой шикарный красавец вообще. Просто, ребятушки, палка уже, эта новая, уже она у меня уже как бы не очень работает. Офигеть, видите, она уже у меня это очень сильно двигается. Посмотрите, как вырастает мост. Вот смотрите, вот скала идет. Это такой же, вот, кстати, в Понт-Сен-Мартен. И также он, посмотрите, ни с чего вдруг появляется. Понимаете? И, смотрите, там тоже. Там еще стена рядом внизу, видите? Удивительно. Посмотрите, там. Ляпота. Вот наша стена. А посмотрите, вот этот наш типа колодец. Пока не буду ничего тут останавливаться, потому что, блин, мне сейчас не хватало, чтобы еще эти кроссовки сырые были. Не, ну те не сырые, кстати. Не сырые те. Просто они тяжелые, я не хочу их снова одевать. В этих так легко идти вообще. Ну, спускаться, конечно, не очень. Проходим по мосту. Посмотрите, вот все мосты у них вот так вот поднимаются волной. Видите, вот эти вот старые, которые, ой, блин, так неудобно идти. Посмотрите, домик какой. Дырочки дома, видите?
Дом чисто наш, в нашем стиле. Короче, ребятушки. Вода, конечно, если было бы солнце, тут вода даже сейчас, она просто шикарная. Шикарного цвета. Но уже темнеет, ребята, уже темнеет. Уже темнеет. Вообще, просто камни невероятно красивые. Посмотрите, посмотрите, какая вибрация. Посмотрите. Видите? Все, 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 все слоями, все. Видите? Все вибрация идет. Посмотрите. Эй! Противный телефончик. Не хочет фокусироваться. Что, пройдем? Пройдем по мосту, загадаем желание. Сучендо пасель понте. Пойди за дверь. Видите, туда арка идет, да, куда-то, видите? Под дорогу, куда-то, куда-то под дом. А тут что вообще, посмотрите, как интересно сделано, да, тоже, посмотрите, торчит какая-то пупка. В общем, ребятушки, слепота, молодец, 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 как обычно у меня. Возьми с полки пирожок. Тут что там? Смотрите, откуда выходит. Откуда-то оттуда, смотрите, да? Тоже, видите? Какой-то туннель. О, идет расщелина. Какой-то туннель. Ну, вообще, столько загадок, что... Ой-ой-ой, вот вам и мистика, да? Вот вам и мистика. Невероятно, невероятно эта штука обсойдет. Тоже тут блоки. Невероятно. Но совочечение к 60 браво де ново. И к мини дай пирожок и типа панино. Только за типа панино. Рендеры да дармадио. Дармадио. Вот эти опять мне нравятся, эти вот плиты, которые лежат уже как второй раз, который мост мы проезжаем. Вот они вот так вот, да, как бы это... Как выросли, так выросли, да? То есть лежат все вот такой вот, как бы это... А здесь посмотрите, какие. Да? Огромные. А? А? Соня, слушайте, что-то все смогла этим телефоном. А, потому что я все время его заряжала. Ну, как бы я говорю, когда как бы это... Смотрите, здесь наша вымощенность в нашем стиле, значит... Все это здесь важно. Но это уже я не буду тема повторяться, по 100 раз уже это говорила. Но видите, вот как вот, ну, судящим, такая савинина буя велочи Одессу. Ну ладно, попрощаемся с мостом. Покажу вам, как там тоже делится немножко, видите? Блоки, кстати. А? Ну вот. Ну, в общем, вот такие мосты практически все. И вот этот мост, да, смотрите. То есть, вот, например, где Монкальери там мы снимали, там мост огромнейший, да. И тоже все равно такая же, в общем-то, структура. А здесь вроде маленький, но посмотрите, какой однотипный здесь. Просто я вам еще не знаю, сколько таких, наверное. Иверо, через Валенду, там, типа, дихаро видео, то есть, понтентура. Я говорю, что типичные, на сенсе клипе, если там, типа, здесь. Ну, я просто говорю, что я вам буду их снимать, потому что я вообще обалдею. Сама вот ваш опять самолет летит. Видите, видите? О, там крест здесь стоит. На горе. На стене, которая делается, да? Вот, надо еще минутку помучиться мне. Пишу вам стену. Ну, я покажу вам дома тут. Вот, видите? Ладно, няму. Треугольник такой. Посмотрите, корка наша. Посмотрите. Видите? Это вот это не жижа, это корка. Видите? Хорошая корочка тут. Ой. Прямо хочет отделяться. А почему я говорю для тех, кто на нашем канале еще только молодые? Потому что мы однажды, где мы были? Мы были то ли в Бавино, то ли вот там, вот где-то, в Лаго Маджоре мы были.
мы нашли просто корку, которая отошла. Поэтому я так и говорю, что это корка. Понимаете? Вот, поэтому... Ну что, ребятушки, прощаюсь. Пока прощаюсь. Не навсегда, но пока. На это видео я прощаюсь. 10 минут сделала. Знаете, уже начинает темнеть и холодно рукам. Вот, пока-пока.